Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий посетил научно-производственное предприятие «Звезда». Там создают оборудование, необходимое в работе летчиков и космонавтов. Во время пандемии коронавируса завод не останавливал свою деятельность, но часть сотрудников была переведена на удаленный режим. Здесь создается все, чтобы любые полеты и даже космические проходили комфортно и безопасно. «Звезда» — лидер в области производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов. Предприятие выпускает средства, которые спасают жизни при авиационных авариях. Благодаря разработкам компании самолеты могут заправляться топливом прямо во время полета. Эти большой самолет, за ним маленький, шланг заправляется, вот эти агрегаты очень нужны стране. Это вот сейчас мы делаем тоже. Сейчас мы пытаемся начать работать в большей степени по гражданской тематике, но пока это только задел. Объем военной техники он уменьшается, и как президент сказал, надо переходить на гражданские рельсы. Не просто это, но эту работу мы тоже начали. Главная ценность предприятия – это его сотрудники. В настоящее время здесь работает более 1500 человек. Около 1000 из них – жители городского округа Люберцы. За несколько десятков лет «Звезда» вырастила несколько трудовых династий. Я здесь достаточно часто бываю. Когда вот посещаешь такие предприятия, то есть гордость и за нашу промышленность, и за наш инженерно-технический состав, за наших ученых, потому что находятся они на острие вот этого научно-технического прогресса. Это факт. 12 апреля и 2 октября – две значимые даты для Люберецкой «Звезды». Отметить День космонавтики в этом году не удалось. Помешала эпидемия коронавируса. Но через две недели предприятие отпразднует свой 68-й день рождения. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.